Ну вот и появились в продаже молоденькие кабачки. А это значит, сезон вкусных блюд из кабачков открыт. Предлагаю рецепт фаршированных лодочек из кабачков, готовится быстро, съедается еще быстрее. Перед вами классический рецепт приготовления фаршированных лодочек из кабачков. Давно люблю готовить это блюдо, и оно меня никогда не подводит, вызывая восторг у гостей. Степень запекания блюда регулируйте, исходя из собственных предпочтений. Мне очень нравится золотистая корочка, но можно сделать ее менее румяной, если достать кабачки из духовки, когда сыр лишь расплавится. Хорошего дня! Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Для приготовления я использовал куриный фарш. Все овощи, кроме моркови, моем и режем мелкими кубиками. Морковь нужно натереть на терке. Кабачки моем и разрезаем на половинки. С помощью ложки удаляем мякоть, натираем кабачки солью и оставляем на столе. Мякоть кабачка мелко порежьте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь на сковороде обжарим фарш со всеми овощами, добавьте соль, перец, французские травы и паприку. Проверьте, сколько сока выделяется при тушении овощей с фаршем. Если сока много, добавьте промытый сырой рис сразу. Если же сока не очень много, рис следует сперва проварить, а затем добавлять. Половинки кабачка смажьте с внешней стороны маслом, выложите в лодочки начинку, поместите кабачки на противень. Натрите на терке сыр, затем смешайте его со сметаной и зеленью. Сырную массу выкладываем сверху на кабачки. Запекайте кабачки в духовке до золотистой корочки и полного расплавления сыра, также кабачки должны слегка обмякнуть. Осталось лишь прикрепить лодочкам паруса. В помощь вам огурцы и пластмассовые шпажки. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Кабачки 4 штуки. Перец болгарский 1 штука. Помидор 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Рис 0,5 стакана. Куриная грудка 500 грамм. Сыр твердый 150 грамм. Сметана 2 столовые ложки. Масло подсолнечное 1 столовая ложка. Зелень по вкусу, укроп и петрушка. Специи по вкусу, соль, перец, итальянские травы. Количество порций 8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Я рада гостям.